В ногу со временем. Хангаласская централизованная библиотечная система обзавелась электронным аналогом, отвечающим всем современным требованиям. И теперь жители Хангаласского района имеют доступ к электронным копиям документов из краеведческого фонда Улусной библиотеки. Работа в этом направлении велась еще с 2009 года, когда был открыт сайт Хангаласской сети библиотек. А с 2015 года была начата работа по переводу книг в электронный вариант и сканированию улусных газет с момента их первого выхода. В фонде электронной библиотеки есть не только книги и газеты, но и другая периодика, тематические коллекции и редкие издания. Электронные библиотеки, которые были до этого момента, это были обычные какие-то папки с электронными документами, которые были ранее оцифрованы, или же просто помещенные на сайт книги, прикрепленные сразу прямые ссылки, без возможности поиска. А этот сайт, являясь как бы удовлетворяющим современным требованиям электронных библиотек, он обладает поисковым модулем, а также он ведет учет статистических данных, есть возможность регистрации пользователей и удаленной работы.